сейчас, если все будет нормально, дойдем, конечно, до финиша. Должны дойти. Я там по поводу тебе, по поводу УАЗика тоже ребят напряг. Они сказали, он должен был приехать сегодня, что-то он не приехал. Не знаю, в чем причина. Я ему звонил, трубку не взял. Самвел, он обещал УАЗик найти ему. Слышишь? Денис. Самвел, говорю, обещал УАЗик найти. Хорошо. Базанов Денис. Итак, экологический спецназ вас всех приветствует. Люди, видите, в пиджаках, в костюмах едут. У вас есть средства для съемок? Почему вы курите? В лесу курить нельзя, только в лужах. Правильно, в лесу курить нельзя, черный. Так, а что еще могу сказать? Фиксируйте, пожалуйста. Научи его, как фиксировать. Что? Хорошо. И когда фиксировать? Все научу. Вы готовы? А кто? Там страшно. Всегда готов. Там страшно? Да. Нет. Не первый раз. Молодец, страшно. Так, вы встаньте так, чтобы вас можно было и вперед таскать, и назад. За джимником не становитесь, станете вот за вот этой машиной. Но чтоб за вами тоже машина была с лебедкой. Нам куда становиться? Ну ты встань тоже ближе к середине. Так, чтобы вас можно было вперед и назад таскать. Бензопила у кого есть? У нас, всех бензопил есть. 4 пилы, по-моему. Значит, где 3 пилы? А? 3 пилы? 4. Вот 4. Не, у Дениса тоже пила есть. 5. Да, и у Сереги тоже вроде. Две. У Сереги две, у меня, у них и у нас. И у вас. Ну, круто. Я посмотрел на грунт, решил клиренс немножко пониже сделать. Ну правильно. Там ты старайся прямо не лезть. Здесь есть вариант объехать, объезжай. Не, ну это понятно. Утопить. Вот Ниву тоже касается. Не дуркуй. Первый раз, да? Увидел, видишь, там впереди человек опустил, если за нами идешь, видишь, там глубоко. Не надо, постарайся объехать. Не дергай. Вот эти вот, знаешь, движения вот эти вот, сцепления вот эти. Вот это не надо. Спокойно, в натяг, а то Нива все-таки, она. Да? Я буду рад, если вы дойдете до финиша. Серега не верит, что они до финиша приедут. Да, Серега? Ваши ставки по поводу вот этой машины. У меня есть только ставки по поводу этой машины. Да. А шноркель у кого есть? Ни у кого? Дед только что сказал, что там где-то метр глубиной где-то брод есть. Ну если что, в принципе, заглушим ее и так, да, перетащим. Ну да, там, я думаю, разберем. У вас шноркеля тоже нету, да? Денис, можно на пару слов? Руководитель внедорожного клуба «Леший», расскажите, пожалуйста, что сегодня за мероприятие и какие цели, задачи оно решает? Сегодня наше мероприятие заключается в том, чтобы доехать по вот этой просеке порядка 10 километров, прочистить ее и засыпать кормушки для животных кормом. То есть своего как бы вида экологический выезд. И почему вида? В принципе, это есть экологический Один из первых экологических выездов. Вот, среди Я считаю, что такие мероприятия, они должны быть подхвачены и другими внедорожными клубами Российской Федерации. И должны они тесно взаимодействовать с органами местной власти и также с лесничествами, с охотхозяйствами и так далее. Потому что это же наш лес. Лес – наше богатство. Да, его надо беречь и хранить. Мы покажем пример остальным клубам, и они присоединятся в дальнейшем к нам. Все, спасибо. Я не буду. У нас даже девушки есть, которые любят животных.